Всем привет, ребят, с вами Gapzor.com. До выхода нового поколения видеокарт от NVIDIA еще пройдет достаточно много времени. 10-я серия поколения Pascal будет актуальной как минимум до конца лета текущего года. Если вы все еще находитесь в поиске удачной карточки, у нас для вас есть свежая серия обзоров по модели, которая выйдет в ближайшие недели. Начать я хочу с компактной изоток GeForce GTX 1070 Mini. Анонсирована была в сентябре прошлого года, выйдет она в двух версиях. Одна версия идет с дополнительной усиливающей пластиной, а другая версия без нее. Мы будем изучать младшую как наиболее доступную. Пока эта карточка недоступна в российских магазинах, насколько я знаю, она появится в ближайшее время. Поставляется в упаковке из плотного картона, заполнен внутри вспененным материалом. Комплектация включает диск с ПО, инструкцию, гарантийный талон, несколько наклеек и переходник с PCI на Molex. На азотах GeForce GTX 1070 Mini представляется, кстати, 5-летняя гарантия. Это косвенно может говорить о применении качественных компонентов и уверенности производителя в качестве его продукта. Видеокарта получила обновленное фирменное охлаждение iStorm, оно используется и в других моделях 10 серии. Как показали тесты, достаточно эффективное тихое охлаждение. В конструкции используются два 85-мм вентилятора, они при необходимости могут быть сняты без разбора кожуха, крепятся при помощи винтов. Обдувает цельный алюминиевый радиатор с парой массивных медных трубок, компактная площадка закрывает помимо графического ядра еще все чипы памяти. Отдельно алюминиевый радиатор фиксируется на силовых элементах, разбор кожуха не затруднителен и, судя по отсутствию защитных пломб, дальнейшее обслуживание для удаления пыли или замены термопасты не приведет к потере гарантии. Усиливающей пластины в тестируемой нами модификации Zotac 1070 Mini нет, печатная плата открыта, ее отсутствие не отразилось на провисании текстолита, как бывает, например, у более массивных моделей. Питание подается через один 8-пиновый разъем на боковой стороне, 75 Вт подается через PCIe и 75 от блока. Сохранена возможность сборки системы в нескольких видеокартах. На заднюю панель выведен DVI DualLink, HDMI и 3 DisplayPort. Zotac 1070 Mini поддерживает технологию полной остановки вентиляторов при отсутствии нагрузки. Длина видеокарты составляет 21 см, ширина 12. Это позволяет рассматривать ее для установки microITX корпуса. Мы не будем в очередной раз останавливаться на особенностях графического ядра и технических спецификациях. Все это детально было изучено ранее. Zotac GTX 1070 Mini выполнена на печатной плате оригинального дизайна. Вокруг ядра распаяно 8 чипов памяти Samsung. Транзисторы тут брендированы, применены качественные твердотельные конденсаторы. Ядро работает на частоте 1519 МГц, память 8000 МГц. Сейчас я предлагаю посмотреть на данные синтетических тестов. Начнем мы с тестов 3D Mark, включая и тест с DirectX 12. Мы будем потихоньку обновлять список игр, об этом вы просили в комментариях, и плюс мы обновили еще платформу, сейчас мы тестируем на процессоре 5960X, разогнанный до частоты 4600 МГц. Вот так вот. Thank you.
Ну и, конечно, дополнительно был изучен разгонный потенциал, несмотря на то, что карточка маленькая, и несмотря на меньшее количество линий питания и уменьшенные габариты по сравнению с протестированными ранее видеокартами, данная видеокарта в режиме разгона Boost 3 взяла стабильную частоту 2050 МГц. Температура при этом не превышала 74-75 градусов. Как итог, мы прибавили 200 МГц в частоте процессора и 100 МГц в частоте графической памяти. То же самое вы можете проделать с данной видеокартой и сами. Zotac GeForce GTX 1070 Mini – одна из самых доступных видеокарт на базе GTX 1070. Ее ключевым преимуществом стали компактные габариты и 5-летняя гарантия, которые, как выяснилось, не сказались негативно на уровне быстродействия и возможности дальнейшего разгона. При этом она не может похвастаться наличием подсветки и замысловатым дизайном. Но каждый ли из вас готов за все это переплачивать? С удовольствием обсужу с вами карточку Zotac GTX 1070 Mini в комментариях. Напомню, что в ближайшее время у нас выйдет целая серия интересных обзоров. Всем спасибо за внимание и пока-пока.